газом, чем машина Евро 5. Благодаря. Во! У меня КАМАЗ работает, выгоднее работать КАМАЗом 70-го года, чем машину Евро 5. Потому что законы 74-го года, как просто это новая редакция. Как вы нам, мы, как мы будем развивать нашу страну? Сегодня одно единственное, власть не должна воровать. Сделает пусть нам нормальные дороги, пусть покажет. Мы будем готовы платить, хотя мы сегодня уже дважды. Один раз акциз на топливо ввели, отменили эти техосмотры. И каждый потребитель, и сейчас подняли, и подняли хорошо. Тонна дизельного топлива поднялась на 1000 гривен, потому что подняли акцизы. Акцизы — это наши с вами техосмотры, это они говорят, нам не хватает на ремонт дорог. 1000 гривен мы переплачиваем за тонну топлива. А дорог сегодня нет. И техосмотры тоже.